смотри. С единственным условием – полный покой и неподвижность. Ну-ка. Я еще не скончалась, чтобы выполнять эти условия. Так скончаешься. За этим дело не встанет. Ваня, веди назад. Она меня не слушает. Когда я лежу, то чувствую себя кучей дерьма. Не при ребенке будет сказано. Меня еще никто никогда не бил по лицу. Простите, Лиза. Это моя вина. Не говорите ерунды, Федор Павлович. Я просто хочу себя почувствовать живым человеком. Я помыться хочу. Ни в коем случае. Если хочешь, я тебя продезинфицирую водкой или спиртом. Лучше внутрь. Можно. Девочки. Санчо. Девочки, не ссорьтесь. Я восстановил этот трактор, и он теперь как новенький. Хе-хе-хе, полюбуйтесь. Елизавета Михайловна, вещь в хозяйстве незаменимая. Sit down, please. Садись, Лиз, я буду тебя катать. Это хоть что-то. И управлять им, знаете, не сложнее, чем вашим жуком. А за уроки вождения я с вас ни копейки не возьму. Ну? У меня все готово. Надеюсь, без комментариев? Как ты просил, только факты. Нормально? Угу. Ну, запускаем. Понял. Санчо. А? Мы возвращаемся в город. Все, хватит. Поехали. Yes! Что? Коля умер. За Ольгу головой.
Хорошо. Ну не стойте, давайте, давайте. Ну, готов? Угу. Прощай, Винни. Зачем выкинул-то? Симпатичный был медвежонок. Симпатичный. Только наши дороги с ним разошлись. Жестокий человек. Ты знаешь, сколько на той кредитке, которую ты мне оставил? Нет! Правильно, не надо. Будешь из себя еще миллионера корчить. Опять деньги! Этот счет был открыт на имя Ивана Кирсанова, когда ему исполнился ровно один год. Так что там только чистые деньги. Ну тогда ладно, а то мне нужно. На что? У меня друг есть, без ног. Он хочет дожить до 98 лет. Зачем? Чтоб скопить на протезы. Я решил сделать ему подарочек. Лет на 60 так, пораньше. А для этого нужно много денег. Ну тебе хватит. Да? Ну, всю Москву на протезы поставишь? Не, мне Москву не надо. Только одного парня. И то, если мама разрешит. Ну что, заминка? Заминка. Вот и с Хомутовым будет заминка. Ну вы напрасно, Геннадий Цереныч. Напрасно какая-то сволочь убойный слив сделала в интернет. Там и Хартман твой, и компания, и договор наш засвечен. Меня клеветали. Слава богу, что я без денег никаких шагов не сделал. Это кто ж постарался? Хрен его знает. Какая разница, все равно выяснится. Так что у меня теперь руки связаны. После обеда будут иметь по партийной линии. Не до уголовничков мне сейчас, Юрок. Угу. Да ну бросьте, ну что, первый раз, что ли, проскользнете? А вот уголовнички могут на обидку сесть и за нарушенное слово голову повредить. Не до головки сейчас. Жопу бы прикрыть. Так ведь и там полушария, Геннадий Цереныч. Только какие важнее? А ты о чьих полушариях печешься? И о своих в том числе. О верхних. Тогда каждый за себя. Разбегаемся. И не дергай меня, не звони. Усек? Ой, дурачок. Ты, молодой человек, со мной, по-моему, шутки хочешь шутить. Не получится. Когда мне хочется повеселиться, я иду сам, покупаю билет на вечер сатиры и юмора. Понял? Но когда мне начинают навязывать смехерочки, я могу нахмуриться. Да я знаю. Поэтому и пришел сразу. Сам, без принуждений. Я ведь кто? Говно. Я посредник. Тряпчий между двумя сторонами. Одна сторона подвела. Бывает. Не тот случай, чтоб бывать. Прямой моей вины в том нет. Хотя, тем не менее, виноват, да. И готов за собственные бабки найти иное решение проблемы. Вас это устраивает?
Ступай отсюда, стряпчий. Я подумаю и решу. И я подумаю. Тут, куда ни плюнь, везде думцы. А пальцем никто грамотно пошевелить не может. Вы не горячитесь только, касатик. Всего доброго. Что скажешь? Он мой. Бери, если столько на нем. Хомута тоже сегодня не будет. Просочилась информация. Ваши? Да нет, что ты. Он этим официальным господам с развязанным ртом вообще-то тоже не нужен. Вот они. Я своих откомандировал заранее, чтобы приструнить местную шпану. А то ведь резня, не дай бог, может начаться. Ну и отношения наладить. Вот как только с твоим замзавом быть. Спуску давать нельзя. Но и наказывать, как положено, не своевременно. А то ведь такая борьба повелась с оргпреступностью. Ну, ты знаешь, аж страшно. А ты, касатик, припугни его как можно быстрее. А я его на бабки выставлю. Большие. Для кого деньги? Да хотя бы для лагерей, для малолеток. Был Кикшиев депутат. Стал Кикшиев меценат. Но не по своей воле. Смешно жить, Лавр. А как тебе, Шарик? Не смешно видеть, как люди живут? Я думаю, Шарику печально на все это смотреть. Это десерт для вас, сэр. Что вы имеете в виду? Появилось в интернет-изданиях и направлено в желтые газеты, в белые газеты и в полицейские органы. Я не интересуюсь цветом газет. Невидимая часть нашей компании, сэр. Почти вся подноготная. Что? Зеро. Я сказал зеро. До времени придется закрыть офис. Сбрасывайте все ценные бумаги, если есть что сбрасывать, и ноги в руки, пока сюда не поступил официальный запрос от Интерпола. А вы не торопитесь идти на такие убытки. В России, я думаю, к подобным разоблачениям относятся гораздо спокойнее, чем в Индии. Вы понимаете, это не Индия. В конце концов, у меня есть солидные покровители в министерстве. Хартман, дайте мне позавтракать. Иногда критическая масса глупостей и ошибок перевешивает любые покровительства. И айсберг переворачивается дном к солнцу. Мы по профессии проходимцы. Значит, к подобным кульбитам надо относиться спокойно. Иной подход может повредить пищеварение. Шапито переезжает. Только и всего лишь. Позаботьтесь о чемоданах. Черт.
Hello. Hi. Hi, Mr. Hartman. Hi. I'm Angelina. Angelina? Вы ошиблись номером. Sorry. Fuck. Ангелина Ивановна, помощь моя не требуется? Ваша помощь вряд ли. Вряд ли. А, да. У меня дома есть совершенно нечего, холодильник пустой. Я как-то сутками о еде не вспоминаю, а сейчас что-то захотелось, да, придумать надо. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Что-нибудь, ну хоть что-нибудь, хотелось бы, ну что-нибудь придумать. Поставьте на стол. Здравствуйте. Чем обязаны, господа? Извините, что вторглись без разрешения. Дверь была открыта. Госпожа Виннер? Да. 8 часов назад на собственной даче обнаружено тело исполняющего обязанности президента данной торговой фирмы Семирядина Андрея Матвеевича. И еще один труп старой женщины. Там же, в клумбе, под слоем дерна с цветочками. Двойное убийство. Что-то другое? Пытаемся это выяснить. И позвольте сначала нам задать вопросы. А уж потом мы ответим на ваши. Слушаю вас. А начнем, в частности, с компании Global Med чего-то там. Ой, нет, я к этой компании никакого отношения не имею. Я знаю, что кто-то из кабинета министров оказывал ей содействие. Вот в кабинете министров вам все объяснят. Кабинет министров подождет, гражданочка. А вот вы? А вот я, мальчики. Дохлый для вас номер. Юридически чиста, как горный хрусталь. А если вы хотите говорить о Семирядине, говорите быстрее. Очень кушать хочется. Глянь-ка, схрумкала, засосала. Так, давай без эмоций, а? Ну как это, без эмоций? Без эмоций невеликий труд был Федечке самому пару страниц распечатать. Так, теперь, значит... Открыть диск А. Ой, открылся, надо же, смотри. Лавруша, я, кажется, становлюсь компьютерным гением. Так, давай, увольняйся, иди на службу к Биллу Гейтсу. Это кто такой? Самый богатый человек в мире. Я? Поразмышляю над твоим предложением. Так, теперь подводим курсор к печати, подвели. Жмем мышку наружку с нашей гнилой дачи и... Опа-нашеньки. Ни черта не печатает. Так ты ж бумагу не положил. А что, надо? Нажимай. О! Поехали! Будем надеяться. Так. Лавр, можно на минуточку? Ты только этого сумасшедшего с собой не бери. Вообще-то,
Я Федор Павлович, а не Лавр. Да брось ты. У меня дача горит. То есть как? Горит? В буквальном смысле? В буквальном смысле горит. Пожар на даче. От горя-то, а? Ну, это не ко мне, понимаешь, вопрос. Это к пожарным. Да не хохми ты. Что это? Ну, три варианта. Первая – непогашенная сигарета, короткое замыкание и утечка газа. Но есть вариант совсем фантастический. Чей-то намек. Что им нужно? По-моему, речь шла о хомуте. Но я сейчас для хомута пальцем не могу пошевелить. Мне бы самому отбрехаться. Значит, теперь им нужна ваша голова. Зачем? Вот я тоже думаю, зачем им такая дурная голова? Есть только для музея. Запертуют и в назидание потомкам. Да хватит. Хватит. Тихо ты. Выход какой, Лавр? Может, что-то придумать можно? Можно. Отдавай. Что? То, что все время брал. Деньги отдавай. Какие деньги? Ну, вот эти. Вот эти. Вот. Это только полулегальные сбережения. Что это? И нищим остаться? А я сейчас попрошу Санчи, чтобы он еще нелегальные распечатал. Ну, не надо. Значит, мне предлагается отдать деньги бандитам. Ты, Гена, куда хуже бандитов. Ты маленький гнусный хапальщик, вечно прикрытый государственными должностями. Ты клоп, Гена. Деньги перечислишь до завтра вот по этим адресам. Чьи это реквизиты? А это лагеря для несовершеннолетних. У них там с хлебушком всегда плохо было. И за электричество платить надо. Знаете, ваша благотворительная акция будет иметь ошеломляющий успех. А если... Нет. Нет. Нет, если это вопрос не ко мне. Я ведь что предлагаю? Я ведь просто детишкам помочь. А вот если, то тогда ваш дальнейший путь просчитать ведь несложно. Вы же знаете, что бывает, когда если... Квитанцию о переводе мне для отчета. Перед кем? Перед ним. Ну что? Остался один Юрик. Не боишься испачкаться? Да потом отмоюсь. Давай я. Он мой. Детка, бросай все. Только деньги и документы. А я возьму свой маленький кошелек и весь мир у твоих ног. Пока, целую.
отсюда! Вообще стрелять не умеют. Чего, больно? А, да, так, пустяки, ничего страшного. Да с вами заживет. Спасибо. Да какой свадьбы, а? Ну-ка, стой! Да какой свадьбы? Ну ладно, Санч, ну отстань. Что, ну, ты не понял, а? Ну просто так у меня вырвалось. Какая, ну, что... свадьба? Ну и... Ну-ка, колись давай, а? Да ну ладно, ну отстань. Ты... Чего ты молчишь? Чё это ты такой свеженький? А мне ж годков-то не так много, как тебе кажется. Сам чё не спишь? Тяжкие думы гонят прочь мой чуткий юношеский сон. Эротического содержания? А, если бы эротического. Сугубо экономического. Как вот, например, теперь с этой империей управляться? А, нашел повод. Нас теперь это не касается. Не скажи, еще как касается. У нас же теперь 30% акций. И у Ваньки столько же. Представляешь, взял вчера почти по дешевке. Да еще у него на счету весь оборотный капитал зарыт. Что? Кто? Кто разрешил? А что? Поколение Next цивилизованных предпринимателей. Чего? Это у нас цивилизация? Это вы, это мы, это ты, это мы. Да мы клоака. Ну так ты у меня есть замечательный ассенизатор. Я? Mm-hmm. Я? Да как, я? Дурак ты, Федечка. Вот и весь мой сказ. А вот в сказке дураки самыми умными оказываются. Да? Но мы не в сказке! Это как посмотреть. Твоего я в единице человека любит. Ты есть Бог
Ну, чё ты сидишь? Чё ты сидишь? А чё делать-то? Ну, иди познакомься по-человечески. Ну, вроде обстановка неподходящая. При выписке была неподходящая, сейчас неподходящая. Ну, что это за тормоз такой, а? Робею. Ну, значит, сейчас я пойду к ней и скажу, что вот у меня сидит папа тут и робеет. И еще чего? Все, иду. Ну, сиди. Я сам. Вот, черт, руки вспотели. А знаешь, когда-то я это на раз, два, три проделывал. А это потому, что тогда не любил папа. Может быть. Ну, идешь? Иду. Иду. Всякое согрешение содеянным словом или делом, или помышлением, яко благи человеку любит, Бог прости, как есть человек, и жив, и будь един, кроме греха, правда твоя, правда во веки, и слава твоя истина, и будет есть воскресенье, и живот, и покой усопшего раба твоего Владимира. Не надо этого делать. Уходите. Здравствуйте, Федор Павлович. Здрасте. А это Федор Павлович. Добрый день. Я тебе про него все время рассказывал. Здравствуйте, Федор Павлович. Действительно, Ваня рассказывал. Лиза рассказывала. А я даже не позвонила, простите. Ну, о чем речь? Спасибо вам за ваше участие во всем этом ужасе. Не за что благодарить. Как же не за что? И, пожалуйста, пообедайте с нами, ладно? Да, Федь, поехали пообедаем. Клава говорит, дома нам ничего не светит. Врет же, врет! Лиза, надеюсь, у нас на всех хватит. Я прощаю вам этот вопрос, Оленька.
Действительно, глупость спросила. Ну вот еще что удумали. Выходные надо за городом проводить. У нас, конечно, не Манхэттен, но места и еды на всех хватит. Лавр, ну что ты молчишь? Лавр. А? А, действительно, давайте поедем к нам. Поехали, мама. А где Федечка? Он в машине. Федечка, это ваш сын? Мой сын. Что ж, поехали. Ваш сын, мой сын. Все. Сейчас, погоди, Вань. Давай, давай. Вот. Давай, давай. Я... Тихо, подожди. Давай руку. Эть. Ну что, доволен? Еще не вечер. Вот наша лодка. Красотища, да? Наша. А где Иван? У него дела. Пойдемте в дом чай пить. А какие у него могут быть дела? Поколение Next. За ними не угонишься. Это точно, папенька. Можешь даже не пытаться. Чего? Хочешь попробовать? Чему? Ну-ну.